Привет, народ, с вами Алексей. Мы продолжаем проходить Stronghold Crusader Definitive Edition, извиняюсь, да. Четвертая глава у нас уже «Тайная застава». Первые три главы мы пролетели очень быстренько, но тут уже будет вроде как поинтереснее. Так, ну всем приятного просмотра, не забываем подписаться на канал, поставить лайк этому видео. На телегу тоже подпишитесь, там всегда будете в курсе, какие трансляции будут, какие видосы выходить. Все, поехали, всем приятного просмотра. Депеша от сэра Лонгарма. Надеюсь, вам уже удалось положить конец разбойным нападениям волков. Теперь я прошу вас об одолжении. Начните постройку заставы на границе владений герцога Дипюса, чтобы я мог лучше судить о численности его армии. Но ни при каких обстоятельствах не сообщайте лорду Вулзаку о завершении миссии. Крыса родился в землях, принадлежащих семейству Дипюсов. К его матери герцог Дипюс был особенно милостив, освободив ее от налогов. Так что ни она, ни ребенок никогда не знали нищеты. Однажды к их дому подъехал посланец, сообщивший, что настоящий отец крысы – сам герцог Дипюс, в доме которого мать юноши когда-то прислуживала. Вся семья Дипюсов трагически погибла в кораблекрушении. И единственным наследником титула и земель оказался крыса. Найдите на границе владений герцога Дипюса подходящую возвышенность и начните строить заставу. Деревянный замок обеспечит лучшую защиту. Возьмите с собой скот, там неплохие пастбища. Не давайте врагу себя обнаружить, но если это случится, пусть не останется никого, кто мог бы о вас доложить. Размещение на холмах даст вашим лучникам преимущество. Так, ну что ж, познакомили нас с крысой, собственно, да? И предлагают нам поставить наш замок на холмах, чтобы у нас было преимущество. Так, уровень сложности давайте поставим. Ну, очень сложный, да? Ну, давайте попробуем очень сложный. А там посмотрим, как пойдет. Так, давайте в подсказки залезем. Начните постройку замка на возвышенностях, мы это слышали. Используйте особенности рельефа, расположения на возвышенности даст вам преимущество вашим лучникам. Фермы обеспечат вас большим количеством еды, чем охотничьи избушки, но им нужно больше времени, чтобы начать работу, так что защищайте их как следует. Вот такие вот у нас, ребята, подсказочки. Вот молочная ферма у нас новая появляется. Постройка. Ну ладно, поехали. Разместите ваш замок, милорд. Давайте я скоро здесь уберу. Мы играем все-таки на мега сложном уровне. Возвышенности. Ну давайте вот сюда запихнем. Постройте амбар, сэр. Так, фермочки. Давайте. Домик, наверное, один нам надо, да, поставить? Сюда его поставим, допустим. Так, ну и побыстрее дерево рубить. На 50 поставлю скорость, чтобы все это у нас, ребят, побыстрее прогружалось. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Башни. Так, цель-то у нас какая вообще? Время до последней битвы. Уничтожьте всех врагов. Так, нас тут атаковать уже начнут. Атаковать вот, наверное, отсюда его начнут. Так что придется здесь обороночку сделать. Нас здесь горы оберегают кое-где. В принципе, вот так подзакрыться. Сейчас дерево напилят, ребятки. Мы с вами поставим еще, я думаю, так, этот нам надо поставить. Мастерскую стрельника. Так, 300 монет у нас имеется.
Ну, в принципе, на налогах можем приподняться. Еда пока есть, давайте пускай нам поплатят немножко налоги. А налоги-то великоваты. Ну, ничего страшного, потерпите. Нужно дерево. Так, нам нужно дерево. Пока начнем немного строить. Поставим сюда оружейную. Так, давайте еще сырную фермочку. Ставим, ставим еще тогда сразу же лесопилочек. Дерево нам надо побольше. Прям сейчас притом. Да, вот уже сыр пошел. Народ весьма почитает вас, милорд. Ну, не нравится, я понимаю. Можно, конечно, рацион добавить, да, плюс 4, да, и налоги бацнуть. Народ весьма и мы плюс 1, смотрите. Нормально все. Денежки пускай идут. Таким образом мы сейчас накопим еще на стрельника. Так, вот еще давайте лесников запускаем. Нам, наверное, хижину пора, ребят, тоже поставить. Населения-то у нас не так много. Ну, пока есть запас, не буду, ладно, бог с ним. Так, давайте мастерскую стрельника еще одну ставим. И, наверное, будем сейчас ставить уже сырную ферму. Дополнительно. Вот так. Налоги, конечно, у нас летят. Но и еда летит. Убывают, так, можно поиграться пока. Пока мы в плюсе. Тормознем такую скорость пожирания. Казармочку надо бы поставить тоже уже. Да. Так, вот здесь оградимся, наверное, сразу, да? Чтобы здесь идей не было у наших соперников. Я знаю, что она падает, потому что налоги жрут. Ой-ой-ой-ой, я... Ладно, сейчас доски принесут. Ребятам нечего делать, потому что я все потратил. Так, ну сырочек идет, идет у нас. Так, ребятки, все повырубали, молодцы. Давайте несите, и мы сейчас здесь сломаем. Так, наверное, надо немножко подзавязать с налогами временно, да? Еще одну поставим стрельбище. Сейчас мы немного сыра подкачаем, я думаю. Поставим сейчас вышечку сюда. Вот так. Поприкроем стеночкой вот это местечко. Даже две, я, наверное, думаю, вышки сюда поставить можно. Да, и давайте сюда закинем наших первых... Не хватает рекрутов, сэр. Рекрутов не хватает, это плохо. Нужно дерево. Нужно дерево, согласен. Какие будут указания? Мы идем. Так, ну что, фермочка. Всех крестьян мы, можно сказать... Использовали пока что. Ладно, пускай нам пока луки делают. Они сейчас нам пригодятся. Нам надо переместить, конечно. Ну, давайте дерево несите скорее, ребят. Надо вот здесь повырубать. Нет свободных людей для этой работы. Да знаю, что их нет. Сейчас будут. Вот так вот.
Все, свободные ребята появляются. Сейчас нам тут напилят дровишек. Ну и в принципе мы сейчас с вами немножко построим форт как надо нам, да? Вот закроемся. Не хватает рекрутов, сэр. Ждем ваших приказов. Так, еще два лука тащат. Есть уже оборона кое-какая. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает, оружия, сэр. А? Мы уже в пути. Уже идем. Нас обнаружили, сэр. Какие будут распоряжения? Нормально все у нас. Ничего страшного, обнаружили, и ладно. Мы сейчас подзакроемся. Ничего страшного. Так, давай, долби. Там нам и лесоруб еще помогает. Все хорошо, мы справились. Так, ну что, сыр, это ладно, все, дерево у нас появилось, вот этих ребят уберем, надо нам фермы, прям вот сюда поставлю, да, мычит там, надо нам поднять еды, ребят, на полную катуху. Так, ну и пока у нас вроде бы еда есть, надо бы нам, наверное, налоги приподнять, да? Давайте мы сейчас вот сюда еще отправим ребят рубить лес. Пускай идут. Вот этих мы освободим. Так, все пока замечательно. Вполне. Не хватает оружия. Еще четверочку мы прикупили. Мы идем. Давайте закинем сюда. Так, посмотрим, что у нас. Почти серединка, да? Сейчас, значит, скоро волна пойдет. Еще атакующая. Мы готовы их встретить? Готовы. Так, давайте рационы увеличиваем. И налоги тоже. Нам денег надо. На лучников. Коров поразила какая-то болезнь. Ай-яй-яй-яй-яй, смотрите-ка. Это вот все на тяжелом уровне, ребят. Коровы исчезают, еда уходит. Ха-ха. Здорово, молодец, игра. Ну ладно. Че страшного. Мы еще там услышим наш хмель... Сожрал долгоносик, и всякая вот такая требуха будет, короче. Никуда от этого не деться. Так, давайте-ка закроемся вообще тогда. Полностью. Ну, давайте, проходите. Потом, ребят, будет через ворота у меня ходить. Закончится лафа. Да, замок достроен. У нас на карте появился замок, видите. То все. Дело здесь закрыто. Можем увеличить стены, покрепче сделать. Хоть деревянные, но все равно. Лишним не будет, я вас уверяю. В общем-то, я считаю, что очень даже сочненько вышло. Да, знаю, что провизии мало, но давайте переключимся на обычный рацион. Налоги пока поберем, еще нормально. Пока мы в популярности 86, у нас еще есть запасик. Готовы?
Мы уже в пути. Вполне готовы. Вообще без проблем. Пускай идут в гости к нам. Так, давайте еще деревянную башню мы засадим вот сюда, наверное, да? Ну, на всякий случай. Опять же, ребят. Перестраховочка. Вот эти ломаем. Они больше не нужны. Ставим ферму. По максимуму выжимаем. Что тут у нас есть? Все. Стоим, ждем. Грозных ребят. Нас атакуют войска крысы. Так, ну атакуйте. Что у нас там за войска? Нормально. Вот сюда бы, конечно, нам немножко подсадить чувачков, да? Давайте попробуем. Ждем ваших приказов. Милорд. Одного-то посадим. Уже идем. Мы идем. Так, пока что пикинеры одни. Лучников я не вижу. Пошли, ребята, пошли. Но они крепенькие, знаете, на такой уровне сложности они такие крепковатые, ребята. Их пробить-то не так просто. А замок у нас шикарный уже. Так что, ребятки, вам тут туго придется. Куда-то они у нас тут идут так уверенно. Все. Отбито. Ну и мы будем ждать, наверное, последнюю атаку. Там, наверное, она будет пожирнее уже. Давайте мы налоги уберем. Потому что уже это... Денег, во-первых, накопили. Ну и популярность у нас уже ку-ку немного, да? Давайте сделаем красиво вообще тут. Вот такую дозорную сделаем еще вышечку. Вот сюда еще. Короче, ребят, замок прямо уже настоящий у нас. Не пройти, не пробраться. Не хватает оружия, сэр. Денег, я думаю, нам уже хватит. Нам не надо будет больше. Мы уже в пути. Уже идем. На лучников 206 монет нам вполне. Лишь бы только наделали побыстрее нам луков. Ну и все хорошо, две хижины у нас достаточно, всего достаточно, сыр прекрасен, фермы работают. Так, что мы еще тут можем сделать? Да больше ничего, весь все, что возможно, мы тут поставили, построили. Можем лишь только, пока дерева много, укреплять дополнительно наш замок. Ну это штаг для красоты, ребят. Больше для красоты. Небольшой отряд крысы приближается к замку. А нет, смотрите-ка, еще атака пойдет сейчас. Неожиданно. Ну лады. Мы ее ждем. Попробуйте-ка. Турманите наш замок. Я думаю, не выйдет ничего. Не хватает оружия, сэр. Так, давайте одного еще вот сюда. Мы идем. Закинем, да? И вот этих ребяток, наверное, куда-нибудь вот сюда подсадим. Нас атакуют войска крысы. Мы уже в пути. Вот так. Мой лук к вашим услугам. Милорд. Тут еще один остался. Можно вот сюда его закинуть. Вообще красота. У нас армия-то уже какая. Смотрите-ка. 23 лучника мы собрали, ребят. Готовы бить все. Встретить кого угодно. Так, можно налоги бацнуть. Да, а сыр рацион вот так ударить. Можно даже 8 ударить. Давайте подкопим денежек. Ага, вот сюда все выцеливают. Нам сюда надо будет тоже лучников поставить. Вот они, кстати, наши лучники.
Вот сюда я их и поставлю сейчас. Да не, ребят, им не подойти вообще, у нас тут не взять наш форт. Лучники радуются. Ждем ваших приказов. Можно вот сюда даже спустить. На эту вышечку загнать. Так, ну и будет, наверное, уже последняя атака. Я думаю, скорее всего. Видите, мы в деньгах еще. Начинали с 300 монетами, а армию собрали какую? Почти 30 человек. Шик, блеск. Не хватает оружия, сэр. Так, ну давайте подзакинем вот сюда, наверное. Уже идем. Ребяток. Хорошее владение у нас тут, отбацали мы. Так, а что, здесь можно пройти, что ли, я не понимаю? Ваша популярность растет. А, нет, нет. Я уж подумал, ребят, что у нас тут брешь, ну давайте на всякий... Я не знаю, что такое? Что-то сквозь горы все пролезает, ну-ка. Смотрите. Можно, конечно, закрыться еще вот так. Для подстраховочки. Кто его знает, да? Небольшой отряд крысы приближается к замку. Вдруг тут какая щель есть, а мы не знали. Так, еще два лука нам закинули. Замечательно, давайте. Закинем, наверное, их вот сюда, я думаю. Еще один. Ну, мы здесь давайте усилим. Еще один залетел лук. Сюда тогда. Нас атакуют войска крысы. Так, это финальная? Нет, это не финальная атака. Тут атаки-то часто идут, смотрите-ка. Да. Так, армия шикарная. 32 лучника у нас уже. Ни одного не потеряли. Запасы. Сыр у нас летит, хоть и рацион большой, но... Мы еще 360 монет, ребят, смотрите. Мы... У нас монет больше, чем начинали. Вот так вот. В принципе, нам что можно сделать? Убрать вот этих ребят, лесорубов. Вернуть их домой в виде крестьян. Они нам больше не нужны. Так, ну эту армию вообще без проблем, я думаю, зачирикаем. Красиво, без шансов. Что-то попытался он тут, смотрите-ка нам. В деревнях говорят, что видели отряд крысы в этих краях. Подтыкнуть. Ну и все, ждем последнюю атаку. Будет победа. Не хватает оружия, сэр. Больше идут-то вот здесь, конечно. Давайте сюда поставим тогда. Ну, пикинерами идет. Нет, у него лучников, это хорошо. Не знаю, может сейчас, конечно, лучники появятся у них. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Мы уже в пути. Налоги летят. Популярность у нас в плюсе. Можно даже налоги добавить. Так, ну все, это финальный уже будет бой. Ну, это все ерунда. Это ни о чем. Можно еще дежурных вот сюда поставить, вот этого. Нашего царя защищать, да?
Пусть стоит так гордо здесь. Ну давайте, идите. Начинайте. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Мы идем. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Натянуть тетиву, ребята. Смотрите-ка, выбрал немножко другой даже способ. Значит, нам надо будет, скорее всего, вот сюда забежать. Да нет, нет, нет. Ничего не помогло. Сбежали, сэр. Мы не успели их поймать, и они наверняка нас выдадут. 37 лучников я собрал. И 558 монет. Замечательная победа, вообще чистая. Победа! Да, уровень игры у нас. Потери войска вообще нету. То есть красавчики, мои ребят. Вы храбро перебили множество патрулей крыс. Но в последнем сражении нескольким отставшим солдатам удалось уйти. Хотя специальных распоряжений вы не получили, ясно, что нельзя дать им добраться до герцога Депюса и раскрыть ваше местоположение. Так, ну что ж, прошли мы очередную миссию. Да, и добрались уже до страны крысы. Будем уже в его владениях воевать, ребят. Вот этот кусок уже весь наш. Все супер. Ну все, ребятки. Увидимся в следующей миссии. Не забываем поставить лайк, подписаться на канал. И всем, ну не знаю, хорошей трудовой недели, наверное, начало. Все, всем пока.